Петр, то не будет трудно отдать то, что является Ивоном. Аллилуйя. Поговорим о богоугодной жертве. Ну, та я скажу, ты будешь репротом. Спинесим о десностес, бет, виспинес про какого цвета. В том числе о десятинах и пожертвованиях, но с ой, как не грибас клаусес по десным тесам. Ай, как не хочется о десятинах слушать. Грибас. Или тебе тас, хочется? Тот, кто хочет вырваться, хочу вырваться. Tad mēs lūdzam lielāks desmitās tiesas mums, ja? Будем молиться о больших десятинах. Ja? Lai mums ir lielāks desmitās tiesas. Amin. Mēs gribam vairāk pienest. Amin. Vairāk mēs gribam pienest mums pienest. Хотим больше принести. Больше. Пожертвовать больше. Mēs gribam vien tie. Vēl kāds grib? Vēl kāds grib? Slavu Dievam, sievu Tev atbalstu. Больше, больше. Halleluja. Lielāks desmitās tiesas gribam pienest. Больше десятинах. Bet esi šajā te runāšanā ļoti paties. Но будь в этих словах очень когда они придут, un kad būs šie lielie, tev liela, tev atnāks lielāks summas, kad tu varētu vairāk ziedot. Средства придут, чтобы ты смог больше жертвовать. Lai nenonāk tas moments, neatnāk, ka tu visu domās, ka tas ir mans. Чтобы ты не подумал, bet что все это мое. Sēklu. Но Господь тебе дает семя, а тебе было, лай будет вел вайрак, чтобы было умножено, un tava dzīve чтобы plašumā, Царство Божие распространялось. Он не хочет дашкарт, ничего задерживать. Но бывает так, что именно деньги нас останавливают в строительстве Царства Божьего. И сатана отлично это знает и использует. Аллилуйя. Es vakar nopirku... Пастор Инесса вчера купила... Скапи. Шкаф. Ну, тут это там ретиня была клад. Kāds sakars ar debes valstīm, ja? Какая взаимосвязь с Царством Божьим? Tu taču nopirksi sev, vai ne? Ты ж купила себя. Ну, я. Да. Es domāju, ka es dzīvē vairs neko nemainīšu. Es domāju, ka, ну, man neko īpaši nevajag, man vairāk par šonām interesēs lietas. Она думала, что более в жизни особо ничего менять не будет. Vienistabs dzīvoklī. Однокомнатная квартира. Bet tagad tā sanāk, kad ir jādomā. Но так вышло, что надо kad думать. Tur vajag sabīdīt kaut ko vairāk un kaut kas jāpērk. Когда надо что-то совместить kaut kas больше, jāmet ārā. Что-то выкинуть. Un kaut ko vajag nopirkt jaunu. А что-то возобновлять и купить новое. Tagad man Andrejs atveda visus tos sadaļas. Andrej privez un es skatījos, все детали. Kā viņš līdz pusnaktī tur visu dara un taisa un liek kopā. Я насмотрела, как Андрей потихоньку собирает. Un es domāju, bet šodien mans dzīvoklis ir līdzīgs debesu valstībai. И сегодня как бы квартира похожа на Царство Божие. Viss tiek vecais mēsts ārā, viss tiek šķirots. Все старое выкидывается. Viss tiek domās, ko nevajag, viss ārā, viss ārā. Думается, что надо, что не надо. Выкидывается, что не надо. Lai nolikt kaut ko jaunu, tev kaut kas jāizmet. Чтобы ты приобрел что-то новое, ты должен от чего-то отказаться. Amen? Amen. Lai kaut ko jaunu nolikt, vai kaut ko izmest ārā. Надо что-то выкинуть, чтобы что-то новое появилось на место. Ну, tagad es skatos, tur ir visādi dēlīši un tapiņas un skrūvītes un kaut kādi visādas lietiņas. Там множество деталей, штапики, болтики. Tad, kad to visu atvedat, tu nevar saprast, kas tas ir. Когда все упаковано, целая такая кучка, не понять, что там. Андрес, pat īsti nevar saprast, viņš skatījās uz tām bildēm, arī grūti saprast. Смотря по картинкам даже, не сразу понять. Kas, kur jāliek? Kas ar ko jāsaskrūvē? В какой последовательности собирать? Считаюсь, ты Толик сидишь, он смеешь, голодник. А, Анатолий сидит и улыбается, потому что он столяр. Ну, так, бэц, сэбэд, я и сэрэй, сэрэй, по тому думаю. Как бы стеш, я Иисус бы голодник. Почему именно столяром являлся Иисус? Сэбэд, он шатнац, он шо земля, лай цялту дебес валсти. Он пришел на эту землю, чтобы поднимать Царство Божие. Он шатнац, уз вету, кур валда вэлнц. Он пришел на землю, где царствует сатана. Кур зог, лаупа, у ногалина. Где дьявол убивает, un mana cilvēks visu laiku. Обманывает, viņš обкрадывает. Viņš atnāca kā patiesība. Он принес принести истину. Un tādu patiesību, ka cilvēks nespēja noticēt par. И такую истину, в которую люди не смогли bet поверить. Bet tā nav, tu savā darbietā vai kaut ko saki. Разве не так, ты когда Jēzus ir vajadzīgs. На рабочем своем месте говоришь, Иисус нужен, это единственная истина. Ай, шо ты прекрати. Фанате, сектанте. Фанатик, сектант. Tikko vairāk tu Dievu ieņem sevi, tūliņ tu esi sektants, vai ne? Как все больше ты Господа в своем tikko сердце держишь, ты для мира сектант. Tikko pēc šito, tūliņ tu esi sektants. Как только хочешь жить по Библии, сразу становишься сектантом. Visi sektanti saka,
Амен. Лай нотек та, лай мус занат, бет лай мес дзивоем. Пусть нас гоняют, но чтобы мы жили. Ну так вот, он шеде атнац уз дебес валстей. Ну, атнац шеде цел дебес валстей. Иисус пришел сюда поднимать Царство Божие. У мес эсэм виня меса. И мы его плоть. У мес эсэм те, кас вейдо шо дебес валстей, шеду ши земес. И мы являемся теми, которые распространяют это небесное царство здесь на земле. Драудзе аптуен така ман скапис. И церковь является примерно как новый шкаф и носит. Отвед весь укоку, отвод весь адус человек, Иисус и отрад. Привезли все, что нашли, всяких людей. Он видит только скапья деталь. И как отдельные детали большой конструкции. И ты не можешь понять, как соединить, что там должно получиться. Ну, вена лела каудзе. Одна большая кучка деталей. Кауткадстур. Катес епакуац, каукад саватая епакуема. По разным упаковкам. Kas tas ir? Что же это на самом деле? Вот посмотри, kas tas ir? Kas tu esi tāds? Посмотри на всех людей. Kas tu esi tāds? И... Kas tu esi skrūvīte? Kto ты? Винтик, Лауктинч. Болтик, полочка, kas tu esi? Штапик. Rokturīts varbūt. Kem ты являешься? Ну, rokturīts, tam lielā skapī. Ручка от двери. Bet bez tās mazā rokturīša nevar skapa ļaudā būt. Но без этой маленькой ручки нельзя открыть дверную, шкаф, дверь. Meistars sāk likt. И потом великий мастер начинает все это собирать вместе. Viņš sāk likt kopā. Un ja detaļas nemūk projām, и если детали не убегают, mums ir tāda iespēja, ka mēs varam aizmukt. Мы имеем такую возможность убежать. Mēs varam negribēt. Мы можем не захотеть. Tā tapiņa, vakar Andrejs arī nevar to tapiņu dabūt iekšā. Вот этот штапик. Андрей вчера не мог в штапик попасть. Vien tapiņa iet labi iekšā, bet cita neiet. Одно попадает хорошо, а другое надо подбивать молоточком. Nezinu, kā tā tapiņa jūtas. Ну, неизвестно, как чувствует себя Bet сам этот штапик. Beigās sanāca skapis. Но в конце концов получился шкаф. Un tāpatās ir ar mums, ar draudzi. И также с нами, с церковью. Viņš ir atnācis. Он пришел. Viņš ir sameklējis mūsu pasauli. Он нашел нас в миру. Tu neesi vienkārši tāds, ну, неjēdzīgs cilvēciņš, aiz kaut kādais nejaušs piedzīvs. Ты не являешься просто таким человечком, просто, ну, как бы случайностью, ты не являешься. Я особенный, скажи себе, Отзывись, я особенный. Ты есть ипаш. Это истина. Та ир патиесība. Это истина. Я тебе грибат зайт Христу. Если ты хочешь признать Христа, то признай, что ты особенный. Мешурит Скажи, runājam. Он меня нашел. Мешет рунаем на рита. Мы сегодня утром говорили. Камусир, мы с вами, мумс, дуэта узвар. Нам дана победа. Kristus ir nomirs par mums. Kristus umir za nas. Viņš ir nomirs, atbrīvodams mūs no grēka varas. Он умер, нас освобождая от власти греховной. Viņš ir devis visu, lai grēks mūs nevarētu paņemt. Он все отдал, чтобы грех не мог овладевать нами. Kas ir grēks? Kas ir grēks? Чем является грех? Principā tās tieši tūkojums es skatījos vienreiz. Такой дословный перевод, если посмотреть. Aiziet garām savām dzīves mērķiem. Это означает пройти мимо своей цели жизни. Tu kaut ko dari tādu, ka tu aizies garām savām dzīves mērķiem, īstajām. Получится так, что ты пройдешь мимо своей цели жизни. Viena nobīda, otra nobīda, trešā nobīda un beigās grāvi. Да. Чуть-чуть криво влево, чуть-чуть криво вправо и в конце концов во враг. Но Господь нас нашел. Lai katra tapiņa, katra skrūvīte būtu savā vietā. Чтобы каждая деталь была на своем месте. Nu, zin, tur bija tāds labs skrūvītes. Там были такие хорошие винтики. Un mēs, tas bija vispār, tas bija interesanti, ka mums sēž ukraiņu kalpotājs. Интересно, что тут у нас скапис бы Украина служитель из Украины, потому что шкаф тоже в Украине оказался воспроизведен. Un tur bija, mēs spriedām, ka vispār ļoti tā labi изготовить шкаф. И весьма хороший шкаф. Тадам скрувем, он та весь лаби савац с копац. Все хорошо соединилось. Не трука. Ничего не хватило. Бежен петрукс как отсюда. Бывает, что в китайских конструкциях часто чего-то не хватает. Это уже лаб скайта, он весь усалек так говорит. В Украине все хорошо посчитали и все можно было собрать как надо. Месяцем как деталяс. Мы являемся как детали. Мы сияя раук драудзе. Мы должны увидеть себя в церкви, что мы для друг для друга. Kristus caur mums ceļ savu debesu valstību šajā vietā un kaut kādam īpašam mērķim. Христос через нас строит Царство Божие через нас на этом месте для особых целей. Viens ir skāpis, cits ir plaukt, cits ir būt kaut kāds piekarams plaukt. Каждый является какой-то деталью. Nu, mēs veidojam to valstību. Все вместе мы
творим это Царство Божие. Dievs mūs ir atpircis no šīs pasaules. Viņš ir atdalījis priekš sevis. Господь искупил нас для себя от этого мира, для bet себя. Viņš pret mūs izturās kā pret bērniem. Он к нам относится как к детям. Bet mēs varam arī aiziet projām no mājām. Но мы также можем уйти из дома. Mēs tāds īpašs detaļs, mums ir kājiņas. Мы особые детали, мы можем ходить. Savā dullumā varam aiziet projām. Своей тупости можем уйти. Bet mēs varam domāt, lai mēs atdotu sevi. Но мы рождены, чтобы мы смогли отдать себя, чтобы что-то смогло Jēzus сотвориться. Sevi, Иисус отдал себя, чтобы мертв. Мы были свободными. Zinām, Он кусā, имел цель. Kad tās ņem to visu atklāja, ka viņš teica, мы знали, что идя на крест, viņš gribēja, lai šis kauss iet garām. Иисус молился, если возможно, да минует меня чаша сия. Он сказал, но не моя, да пусть твоя воля будет, Отец. Tomēr, lai tava. Твоя воля да будет. Apskatāmies. Apskatāmies mēs Ebreju 10. Nodaļu. Jevrejiem 10. Kam ir bībeles? Nav neviena. Visi tur telefons, jā. Tā Ebrejiem 10. Nodaļa. Piektais. Пятый стих. Евреям 10:5. Tātad ienākdams pasaulē, Kristus saka, kaujam mūs upurs un pienesam uz tur, neesi gribējis, bet miesu tu man esi sagatavojis. Sadedzināmie upuri un upuri par grēkiem tev nav pa prātām. Tad es sacēju, redzi Dievs, esmu atnācis, par mani ir rakstīts grāmatā, darīt tavu gribu. Посему Христос, ходя в мир, говорит, жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовил мне. Все сожжения и жертвы за грех не угодны тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию. Девятый панта вел ir teikts. В девятом стихе сказано. Un tad viņš sacēja, tad vēl es atkārtos, redzi, es esmu atnācis darīt tavu gribu. Потом прибавил, вот иду исполнять волю твою, Божию. Павелс то вёлрез откарто. Павел это ещё раз повторяет. Bet mēs esam Kristus sekotāji. Но мы последователи Христовы. Ja tu pieņem Kristus nāvi savā dzīvē, если ты принимаешь Христову смерть свою жизнь, то ты следователь Христа. Un mēs esam kaut kam īpašām lietām domā, tāpat kā Kristus. И мы для особых вещей, так же как Христос. Un man šeit ļoti patīk, ka особых целей. Kad teiksim, kad četri jāšiet ir uzsvērts, ir, kad darīt tēva gribu. Un mēs esam sekotā. Tad mums arī ir jādara tēva gribu. Творить Божию. Kāda ir tēva griba? Волю. Исполнять волю Божию. Какова же воля Божия? Mēs zinām, ka mēs esam jaunās darības cilvēki, un mums ir divas svarīgas lietas jāzina. Мы знаем, kaut vai divas. Что мы люди Нового Завета, и мы должны помнить. Pat ja tu nezini visus tos garos noteikumus. Хотя бы две самые главные вещи. Даже если ты не знаешь все эти длинные, ну, законы, ну, законы, да, и условия. Tev ir augstais baustis jāzina. Ты должен знать самую tev высшую. Tev jāmēl savas Dievs no visas savas sirds, no visas savas spēka. Bauslis. Augstākais baustis. Bauslis krieviski. Zapavidi. Zapavidi. Jā. Un tev jāmēl savs tuvākais, kas jau pašu. Ты должен возлюбить Бога и своего ближнего. Мілости. То бишь любовь. Мілот Дєву, я міл цілвекс. Любя Бога, ти должен любить своего ближнього, человека рядом с тобой. Un тā мілості в мене супурс. И это, любовь всегда несет с собой жертвы. Уз то мы сам айцем. Любви не бывает без жертвы, на это Jēzus мы призваны. Jēzus номера пар мумс. И Иисус умер за нас. Un mums arī savā dzīvē. И мы также в своей жизни. Ir no kaut kā jāatsakās, ir tā kā jāmirst kaut kādām lietām un jādzīvot tam. Должны в своей жизни от чего-то отречься. Ko citam vajag, lai cits dzīvo. Чтобы жить для другого. Un vēl ir vēl viena lieta mums, ko Jēzus ir devs mums pavēlu. А также Иисус нам дал приказ. Ejiet un sludiniet, kristiet, mācīt. Идите и проповедуйте. Ну. Tātad paplašināsim šo debesu valstību. Učite, ko tas nozīmē? Распространяйте mīlot Царство Dievu Божие. Un mīlot savus apkārt esošos cilvēkus. Что это означает? Любя Бога. Un sludinot evaņģēliju. Любя людей вокруг себя. Mēs visi glābjam.
и евангелизируя, мы, глабьем, мы их спасаем. Мусу скопим нам клад яунс детальс, я? И мусу иста пепилда са яунам мантам. Наша эта конструкция, этот шкаф все время, он, там новые детали прикручиваются. Мантница. И Царство Божие распространяется. Дебес власти, винь папилдинас. Царство Божие Ган распространяется. Ган дебес, пилдас, как здесь дебес, на земле, пилдас, так и дебес, на пилдас, небеса. Дебес. Наполняются небеса спасенными душами. Он шет ринцент обскатитес. Матфея, Евангелие 19 нодаль. Евангелие от Матфея 19. Матфея 19 нодаль. Un tur iet runa par kādu, tad tur pirms tam ir, kad Jēzus tur 16. Pāns, sāksim ar to. Kāds jauneklis tad pienāca klāt Jēzum un saka, skolotāji, ko labu man darīt, lai man būtu mūžīgā dzīvība? 16. Stīk. Un es palsīšu tālāk, ja? Un Jēzus tam atbildēja, ko tu man jautā par to, kas labs? Vienīgais ir labs, tas ir, nu, viņš par Dievu saka, ja? Bet, ja tu gribi ieiet dzīvībā, tad ievēro baušļus. Tas jautā, kurus? Viņš atbildē, nenogalina, nepārkāp laulību, nezods, nedod nepatiesu liecību, godā savu tēvu un mātu un mīli savu tuvoko, kas sev pašu. Tad jautājums, ja tikai, ja mums tas nebūtu jāievēro, ja tā nebūtu, kad Kristus ir piepildījis visu baušļību, tad kāpēc viņš šeit šito pašu atgādu? Atkārto. Tas tāds. Nu? 16 по 19. И вот некто, подойдя, сказал ему, «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» Он же сказал ему, «Что ты называешь мне благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус же сказал, «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй». Почитай отца и мать и люби ближнего своего, как себя самого. Это любовь к ближним. Юноша говорит ему, все это сохранил от юности моей, чего же не достает мне? Чего не достает мне? Jēzus tam sacīja, ja tu gribi būt pilnīgs, ej pārdod visu, kas tev pieder, un izdāvā nabagiem, tad tev būs māta debesīs un nāc seko man. Jēzus сказал ему, если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною. Bet jaunakļi šos vārdus dzirdēdams aizgāja bēdīgs, jo tam piederēja liela īpašuma. Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem. Иисус же сказал ученикам своим, истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Еще говорю вам, удобнее верблюду пройти сквозь игольчатые уши, нежели богатому войти в Царство Божие. To dzirdēdi mācekļi ļoti brīnījās un jautāja, kas tad var tikt glābts? Услышав это, ученики его весьма изумились и сказали, так кто же может спастись? Un Jēzus tos uzlūkojis sacīja. А Иисус, посмотрев на них, сказал им, Cilvēkiem tas nav iespējams, bet Dievam viss iespējams. Человеком это невозможно, Богу же все возможно. Un tie ir mūsu dzīvē tādi momenti kaut kādi ir. А бывают такие моменты у нас в жизни. Kad mēs sakam, mēs nevaram atdot Dievam. Мы не можем отдать Богу. Mēs nevaram ziedot. Мы не можем столько жертвовать. Mēs nevaram desmitas tiesas pienest. Мы не можем десятину приносить. Bet Dievs redz mūsu dzīvi. Но Господь видит нашу жизнь. Un upuru pienešana un desmitas tiesas, tas ir nevis sots un nevis sloks, bet tā ir palīdzība cilvēkam. Жертвоприношение – это не кара Божия, а это помощь для человека. Tad cilvēki, kurus ir bagāti cilvēks. Tut par bagātavu cilvēka. Tad viņš jūtās bagāts. Un sebe ašišēl bagātim. Tad viņam viss pašam pietiek, viņš pats rūpējās par sevi, viņam pašam viss ir. Значит, он ни в чём не нуждался. Bet Dievs grib, lai mēs savā dzīvē ikdienā būtu atkarīgi no viņa. Но Господь хочет, чтобы повседневный путь свой мы были зависимы от Бога. Tas ir normāli, ka mēs katru dienu, jaunu dienu gaidām, sakam, Dievs, man vajag tavu palīdzību. Это только прекрасно, когда каждый новый день мы молимся к Нему. Господь, я нуждаюсь в Твоей помощи. Man
vajag. Ja nuždājus. Šāds cilvēks, Dievs, vai viņš teiks, Dievs, dod man upuriem naudu. Вряд ли такой человек скажет, Господь, дай мне денег на пожертвование. Šis cilvēks rūpējas par savām kaut kādām lietām. Viņš jūtās pilnīgs tajā, nu, viņš parūpējies. Этот человек заботился о каких-то своих вещах и чувствовал себя уверенно в этом. Viņš gribēja tikt debesu valstībā, bet negribēja visu atdot. Он хотел попасть на небеса, но не хотел все оставить. Iespējams, ka viņam pat nebūtu viss pilnībā tā kā jāatdod Dievam. Вполне возможно, что не все ему надо бы отдать. Varbūt pietiek ar to, ka tu savā namā atvērs mājas grupu. Вполне возможно, что хватит, если ты открыл бы дом свой для домашней группы. Varbūt pietiek ar to, ka tu vairāk laika dziedos. Если бы ты больше времени уделял для Божьего дома, для строительства Царства Божьего. Varbūt tas ir vēl kaut kādas tādas lietas. Может, это еще какие-то вещи. Varbūt domas tavas. Может, твои мысли. Varbūt runas tavas. А может, твои речи. Varbūt, kad tu savus rītus ziedot Dievam. А может, ты можешь свои Varbūt утренние часы отдать для Бога, а может, вечера. Bet šis cilvēks, viņš gribēja tikai, jā, viņš tur badās savu mātu un tēvu, mīl savu tuvāko, nu, Да. А этот юноша говорил, саву наму, саву сипашумус, да. Кауткадз патурей сев. Почитай отца и мать, люби ближнего, но эти все имения он хотел для себя. Для себя. Что-то было такое для него очень дорогое, куда он не хотел Бога впускать. Но Христос отдал все ради нас. Есть какие-то некоторые сферы жизни, куда мы Бога не впускаем. Я сам справлюсь. Сам справлюсь. Ну что ты, Господь, понимаешь оттуда, из небес, что у меня тут проблемы? Но Иисус говорит то, что невозможно для человека, возможно для Бога. Потом Петр спрашивал. Реди, мы все отстаюши, Esam tev sekoši. Kas mums par to? Петр отвечая, сказал ему, вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам? Tad šie ir citādi cilvēki, savādāk nedaudz. Эти ученики, другие люди. Tie bija sekotāji. Это последователи. Jēzus tiem teica. Jēzus уже сказал им. Patiesi es jums saku. Jūs, kas man esat sekojuši, tagad par sekotājiem iet runa. Tad, kad viss būs atjaunots, un cilvēki dēls sēdēs savā godības tronī, tad sēdēsiet uz 12 troņiem un tiesāsiet 12 Izraela ciltis. Istina gavarju vam, što vy, paslēdavaši za mnoju, v pakībiti, što za slovo, v pakībiti, kada sēdēt sīn čelovečiski, na prestole slavy svojej, sēdite i vy na 12 prestolach sudit 12 kolen Izraelevih. Sekotāji. Последователи будут вместе сидеть с Иисусом и судить. А далее про третью группу людей. И всякий, кто оставит домы и братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последними последние первыми. Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему все свои сферы жизни. Ты должен размышлять сейчас о своей жизни, не просто слушать эту проповедь. Святой Дух, пожалуйста, покажи нам эти сферы жизни, чтобы мы являлись последователями, а также распространителями Царствия Божьего. Даже если мы, каждый из нас маленький штапик или маленький-маленький винтик, мы нужны для Царства Божьего. Из 12 Павел говорит. Римлянам 12. Римлянам 12. Первый панц.
Es jūs aicinu, brāļi, Dieva apžēlošanās dēļ, nododiet sevi pašus. Tā ir mūsu apzinīgā kalpošana Dievam, kā dzīvu, svētu un Dievam tīkamu upuri. Первый стих. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Разумного служения вашего. Tātad, vai mēs atdodam sevi? Итак, отдаем ли себя? Kā tīkam upuri, tad visu. Как благоугодную жертву. Visu. Все, всю. Tas свою плоть, tikai, всего tikai себя. Sekot. Bet tikai ievērot kaut kādu bausli. Это не значит только следовать. Dievs grib visā dzīves jomās iet. Какую-то заповедь, ну, соблюсти. Viņš grib, lai mēs jau šeit uz šīs zemes esam tajā Dieva valstībā. Mēs jau jūtamies kā Dieva valstībā. Чтобы мы на этой земле уже себя ощущали, как в небесном царстве. Чтобы каждый день жизни своей мы были взаимосвязаны с Богом так, чтобы чувствовали Его. Kungs ir tas, ka mēs pakļaujamies. От Него зависимы. Господь тот, которому мы подчиняемся. Bet tu varētu iedomāties, ka, teiksim, latviešu zemniekam, barons, kad latviešu zemnieks baronam varētu pateikt, es tagad negribu, man šis nepatīk strādāt. Viņš bija vergs. Kas nepatīk? Viņam bija tas, ko barons lika. В крепостное время было так, то, что хозяин говорил христианину, он был обязан просто делать, потому что он являлся его собственностью. Jā, piederēja viņam. Являлся собственностью. Un mēs esam pateikuši, mēs dziedām skaistu dziesmu. А мы пели... В песне были слова, мы приношу в жертву я себя. Я. Jā. Mums vajadzētu arvien mazāk tajā jomai palikt, kur mēs saka es. Нам менее и менее надо было быть в такой сфере, что мое я главное. Jo tu redzēji, ka mēs lasējām. Чтобы меня становилось меньше. Матвея, когда тебе говорит, в Матвее сказано было. Тадос его шая лайка. Сто крат в этой жизни воздастся. Он вел мужего дзиви. А также и жизнь вечную. Dievs grib, lai mūsu dzīve simt kārt visvairojās, saprot, un atjaunojas pilnībā. Господь желает, чтобы в наших жизнях все в сто крат возновлялось. Ну, и да. Да, bet, наполнялось и возобновлялось. Bet tas, ka mēs vai nu tikai piepildām likumu, vai nu tikai sekojam, vai nu sekam un piepildām likumu, bet neatdod viņa visu savu dzīvi. Šis simtkārtīgās vairošanās nenotiek. Не будет этого стократного, ну, воздаяния. Если мы будем соблюдать и делать что-то одно, только следовать или только заповеди соблюдать, или то и это, но все не отдавать. Jezus, bet, tas, все сферы жизни vairāk. Нет. Это, visi, это что-то более, если ты оставишь все. Ja mēs sākam par šīm lietām rūpēties paši, tur bija tēvs, māte, kas tur bija māsa, nu, tur viss, kas bija, tur bija bērni, sieva bija, ja? Ja mēs sākam paši par to rūpēties. Если мы сами о всем заботимся. Tad mēs esam bagāti, мы не ваги. О семье, о детях, о жене, отце, о матери. Тогда мы богаты, ну, зачем тогда нам Иисус? Ja? У нас состояние. Bet, lai tas viss piederētu Jēzum. Но чтобы это все принадлежало Иисусу. Mums ir jānomirst priekš tā. Мы должны умереть для kā? Этого. Mums reizēm būs jāatstāj. It kā jāatstāj. Иногда нам как бы надо будет оставить. Jānoliek pirmā vietā kungs. Поставить Господа на первое место. Tieši tāpat kā latviešu vergs, zemnieks to darīja baronlaikos. Так же как в крепостное время христианин делал. У него был его господин на первом месте. Барон сварил латвийскому земляку сию виням пардот самани пред сун. В то время могли, например, жену христианина продать или обменять на собаку. Это было зло. Тот господин был злой, а наш Господь прекрасный и благ. И все, что будешь творить, для него в твою жизнь возвратиться в сто крат. В сто крат. Bet reizēm tā var gadīties, ka tā izskatās. Но иногда может показаться... Šī upur pienešana, jo Jēzus atstāja māti, atstāja tēvu, atstāja brāļus, atstāja māju, tā bija? Jēzus atstāja visus savus rodnus. Tā bija? И дом свой, и мать свою, и братьев. Viņš sāka savādāk sludināt. И он начал
Не так, как весь синагога то дарил, он совсем то дарил. Проповедовать иначе, не так, как все в синагогах, он это делал иначе. Viņš nebija dēls, ar ko var lepoties tēvs tagad. Он не был таким сыном, которым там родители могли бы гордиться. Vienu tikai to pūpolu svētdienu, kad viņš gāja iekšā Jeruzalemē. Tad visi kliedza. Только написано, одно это воскрес, один воскресный день, когда он на ослице в город въехал, и все, там, все его ждали и кричали «Азианна!» О, вот, как этот день, как этот день. Es gribētu, lai mums arī šī nākamā nedēļa, lai viņa mums ir nedēļa, kad mēs neatstājam Kristu, kad mēs pieaugam Kristu. В эту неделю, эту следующую неделю, чтобы мы возрастали в Христе. Чтобы эти были твои личные молитвы. Когда ты хочешь больше отдать Христу. Проси его. Говори с ним. Скажи ему, я хочу больше тебя Es gribu lielāks pienesums, reāls, reāls ziedojums, pat, jo tie ir pateicības. И хочу больше приносить пожертвования своей благодарности. Tāpēc, kad, jā, ir pateikts jau, kad Jēzus pienes grēka upuri. Да сказано, un to vairāk nevajag что Иисус принес жертвоприношение для искупления грехов, но мы не должны больше этого делать. Bet mums jāpienas pateicības upuri. Мы должны принести жертву благодарности, потому что он умер un за нас. Mums nav katru sekundi tagad jāņem asins kaut kur jāmeklē. И потому нам не надо каждый раз искать какую-то кровь для искупления. Taisn otrād. Наоборот. Mēs bieži vien savā dzīvēs izlējam citu cilvēku, sev līdzcilvēku, nu, asins var teikt, viņu dzīves kaut kādā veidā traumējam. Довольно часто мы в своих жизнях травмируем своих братьев, сестер и ближних своих. И, ну, условно говоря, проливаем их кровь, делаем им больно. Мы должны прощать другим. Un lūgt piedošanu Jēzum par katru to reizi, kad tu esi nodarījis kādam pār, kad tu esi slikti domājis par cilvēku, kad tu esi kaut kā pazemojis kādu, kad tu esi... Nu, neticību kaut kādu izrādīs. Varbūt tu esi pasmējies, paņirgājies. Kaut kādu stulbu joku pateic. Tas ir jānožēlo. Должны просить прощения, Иисус, за каждый раз, когда мы для кого, ну, над кем-то посмеялись, глумились, какую-то глупую шутку над кем-то сказали, оговаривали кого-то. Это серьезно. Мы должны это сожалеть. Katru dienu ir tāda, ka mēs varam kaut ko nožēlot. Каждый день является таковым, когда нам надо в чем-то каяться. Tā nožēla mūs tuvin Kristu. Это покаяние нас приближает к Христу. Jo mēs sakam, es tāds vairs negribu būt, es gribu būt līdzīgāks Tev. Ибо это значит, что я не хочу таким больше быть. Хочу Иисусу. Un tā mēs быть похожим на Тебя. И так шаг за шагом идем. No pakāpienu uz pakāpienu. От ступеньки к ступеньке. Uz spožumu, uz spožumu, no ticības uz ticību, no uzvaras uz uzvaru. От веры к веру, от победы к победе. Pamazām mūsu pestīšana notiek. И так по чуть-чуть происходит наше спасение. Es te pagājuši, man liekas, reizi kaut kur runāju, kad par to, kad Bībelē teikts ir, Pāvils saka, Pāvils говорит, ka jūsu pestīšana tagad ir tuvāk nekā tad, kad jūs kļuvāt ticīgi. Ваше спасение сейчас ближе, чем тогда, когда вы только покаялись. Tad jau, tas nozīmē atkal to pašu, kad pestīšana nav vienā mirklī, nenotiek. Да, tas ir sākums. Это именно так, и это место писания об этом говорит, что спасение не происходит в один момент, когда мы каемся. Это процесс. Pāvils saka. Pāvils говорит. Pāvils saka par to. О том. Šajā romiešiem 12.1. Rimlienam 12.1. Ka mēs paši sevi pienesam Dievam, ka tīkam. Мы сами себя приносим в жертву живую угодную. Un tas nozīmē, ka mums būs jāatstāj. А это значит, что мы должны mums būs jāatstāj kaut kāds lietas, оставить. Kaut kas pierasts. Что-то такое обыденное. Ну, kaut kādas zonas, kur mēs какие-то зоны комфорта. Neesam ielēduši Kristu iekšā. И зоны, в которые мы не впускали Христа. Un te pat tālāk ir teikts, netopiet šim laikam līdzīgi. Далее сказано, не сообразуйтесь с веком сим. Bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, no. Lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba, no to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная.
nevajag to klausīties, viss, kas apkārt notiek. Cilvēki runās citādāk. Не надо слушать всё, что вокруг говорят. Люди будут говорить другое. Tur tev neteiks ziedo. Lūdzu, lai tev būtu vairāk ziedojumu. Lūdzu, lai būtu vairāk desmitās tiesas. Tur neviens tev to neteiks. В миру тебе никто не скажет, молись о том, чтобы ты имел больше семя, больше пожертвования, чтобы мог принести больше десятины. Tu zini, tev tur pateiks, nu, tā kā man ir laukos zeme, un tur, zini, ko kaimiņi dara? Viņi pārnes to mietiņu, nu, uz savu pastam tālāk to robežu mietiņu. У нее там за городом есть участок земли, и соседи этот рубеж по чуть-чуть передвигают в свою сторону. Pārnes tālāk. Pasaulē tā ir. В миру так. Varbūt dabūt no kāda kaut ko. Чтоб ты что-то вытянул что-то из другого. Что-то забрать. Lai būtu vairāk, viņi ir gatavi nolikt savus galvas cilvēku priekšā. И люди, чтобы иметь больше, склоняют свои головы перед другими людьми. Es tev aicinu nolikt Dievu priekšā savu galvu. А я взываю тебя, свою голову, склонить перед Богом. Пардомат по свою жизнь. Особо в эту неделю думай о своей жизни. Пардома, как ты, не скажешь, как цити, вай цити пьенешь, опровай, не нес, вай цити калпо, вай не калпо, думай про себе. Делают другие, служат, не служат, приносят пожертвования десятины, не приносят. Думай о себе. Что я делаю? Что я делаю? Мы читали, если хочешь быть совершенным, оставь. Многое оставь. Хочешь быть в Царстве Небесном, оставь. Хочешь жизнь вечную, должен что-то оставить. Tā jāatstāj, kad tu pilnībā nonāc Dieva rokās. Так оставляй, чтобы ты полностью был в руках Божьих. Tad tu varēsi teikt to patās kā Kristus. И тогда ты сможешь говорить как Христос. Esmu nācis. Я пришёл. Es nācu Kristu pie tevis. Es sekoju tev, lai piepildītu tavu gribu, Tēva gribu. Tāpat kā tu, Jēzus. Я также ты сможешь сказать как Христос. Я пришёл, чтобы исполнить Христос волю Отца. Tu esi sekotājs. Ты последователь? Ко? Являешься последователем? Тас, я то есть принял Иисуса Христа по своему кругу, то есть секотарь. Если ты принял Иисуса Христа в своем сердце, тогда ты уже последователь. Я сак и секотарь. Уже. И ты этот путь должен продолжать. Тогда, когда мы сказали, что лукшено. После этой молитвы покаяния. Сака, что секотарь. Начинается этот путь последования. И в этом пути мы должны изменяться. Я отстаю daudz liet. Оставлять многие вещи. Я сопрот, ка Христос рупеес пар мумс. Дievs рупеес. Мы должны понимать, что Христос заботится о нас. Un šajā ceļā viņš parūpēsies par tevi. И в этом пути он позаботится о нас. Protams, kad ir tādas vēl lietas, ja, kā, kad teiksim, kad mēs, nu, runājam par šo patiecības upuri. Говоря о жертве благодарения. Ну, как ты думаешь, скажем, ну, я из секва Иезум, я из грибут Иезу, венмер, ман, из грибут та цилвас, кас венмер, кам венмер ваяк теви, кас ка набакс, кас мекле теви, кам ир пар маз тевис. Как себе это ты представляешь? Да, Иисус, я, ну, как следую за тобой и хочу быть таким человеком, которому всегда Бога мало, который хочет больше и больше Бога. Кас ги вайрак зинат. Kas grib vairāk tevis, kas grib человек, vairāk который хочет tevi. Больше знать, который больше желает Бога. Un šajās dienās mums jāapstās, jāpadomā, vai man vēl tas ir? В эти дни мы должны остановиться и подумать. Я имею это горение, это желание. Vai varbūt, teiksim, es vairs nesmēķēju? Может, я не курю больше? Es vairs nepīpēju, nu, nedzeru arī. Может, и не употребляю алкоголь? Es it kā mīlu savus tuvākos. Ну, как, ну, якобы... Nu, vismaz cenšos. Своих ближних люблю, хотя бы стараюсь. Уважаю мать, отца. Tad ir jautājums, ja tu kalpo arī. А вопрос, служишь ли ты? Kopā ar Jēzu. Вместе с Иисусом. Tie sekotāji? Sekotāji? Kas? Nu, kas kalpo Jēzu. А, ну это последователи, которые следуют за Христом, берут свой крест и идут. Tad vēl te var saprast no šīs rakstnieks, ka kalpot var dažādi. С этого места Писания можно понять, что служить Богу можно по-всякому. Jo Jēzus, nezinu, kāpēc Pēteriem teica. Потому что Иисус Петру сказал. Es tie, kas seko, tie tur būs, tie tiesā, bet tik viens, kas atstās. Tie, которые следуют, они будут судить, ja? Ja, ja. Но tie, которые оставят,
tie iegūst tos, ko atstās simtkārtīgi. Tie nasledujot stokrāt. Un? I žizņu večnuju. Tas ir interesanti. Это интересно. А как это все? А что это все? Что он имел в виду? Мы знаем, когда Павел, он же рассказывает, когда он же отнался из Иерусалима, когда они там тесали, Павел, он же сказал, я отнался из Иерусалима, чтобы принести темпли принесумс. Когда Павла судили, он говорил о том, что он пришел в храм Божий, чтобы принести приношение. Они также приносили приношение. Ja mēs palasam apostoļu darbus, otrā nodaļa. Dieņi apostolov 2. Tur vispār, tur ir vienkārši, tur viņi visu pārdev. Tam skazano, što oni vse pradali. Viņi visu pārdev debes valstībē, visu. Для царствия Божьего. Tur bija viens pāris, kurš pārdev namu un arī gribēja būt tādi paši. А там была одна пара, муж и жена, которые продали свое имение и хотели бы как бы казаться такими же. Мы ведь visu atnesam, mēs visu. И сказали: "Да, мы все принесли". Lai gan neviens neprasīja viņiem to. Хотя никто им этого не просил делать. Viņi gribēja būt ārēji tā kā citi. Они хотели снаружи быть похожими на тех. Bet faktiski viņi paturēja sev kaut ko. А часть этой прибыли удерживали. Tur ir rakstīts, ka viņi nomira. И сказано, что они умерли. Varbūt tā arī tāda garīga nomiršana ir, kad cilvēks sāk melot. А может это такое, такая духовная смерть, когда человек начинает лгать. Pats sev un Сам себе и Духу Святому. Jo Dievs neļaujas pievilt, viņš neļaujas apsmieties. Ибо А Боги не сможешь посмеяться. Viņš zina mūs domās. Он все знает. Viņš visas viltības. Все наши мысли, все наши казусы. Иначе бы он не был Богом. Tagad jautājums ir. Теперь вопрос. Šodien ir, mums ir upuru svētdiena. Сегодня, Šodien ir воскресенье жертвоприношение. Diena, kad mēs atceramies, ka Kristus jau ieiet Jeruzalemē, viņš ir gatavs pieņemt šo te upuri, viņš ir gatavs pieņemt šo tēva gribu, viņš ir gatavs to darīt jau. Этот день был, когда Христос вошел уже в Иерусалим, он уже готов принять эту жертву, исполнить Божью волю. Мы сейчас говорим, что человек, то он говорит кого-то циту. И он видит, что люди ждут чего-то нового от него. Они гадают, как-то, что он будет какой-то революции, прежь, не знаю, тут как-то революционер, прежь гала, какая-то революция, какая-то афера. Да, что он поднимет восстание против римлян, против этой оккупационной власти. Я, but Христос полный цит какой-то. Но Христос сделал совсем что-то другое. Он отдал себя. Un tas bija noslēpums. Это было таинство Божие. Un tagad tāpat mums, lai šī te debesu valstība taptu, mums jādod sevi. И теперь так же самое, чтобы явилось это Царствие Божие, мы должны отдать себя. Lai mēs ieietu tur iekšā pa īstam. Чтобы туда зайти на самом, ну, зайти туда на самом mums деле. Mums kaut kas jādod. Мы должны что-то отдать и оставить. Un tad ir jautājums. Вопрос таков. Teiksim, draudzē. В церкви. Par desmitām tiesām. О десятинах. Бояться их или принести. Это наше? Слово Божие говорит, это не наше. Господь нам дал все и на 10% больше, чем мы заслужили. А на самом деле намного больше, чем эти 10%. Очень часто мы получаем в аванс. Bet bieži ir tā, ka mūsu, mēs paņemam, saņemam vairāk naudas. Nu, labi, to desmito tiesu vēl ir, nu, varbūt, jā, nu, to vēl. Bet jo lielāka naudas summa, jo grūtāk atdot, tāpēc, ka tā atdošanas summa arī ir lielāka. Когда больше получаешь денег, десятина увеличивается, и становится некоторым людям труднее ее отдать. Ибо она тоже теперь большая. Arī, jā. Это уже борьба внутренняя. Un tad cilvēks cīnās, vai man atdot desmito tiesu vai nē. И человек борется сам собой, отдать или подержать. Bet tā ir Dieva. Но это Божье. Слово, tā, слово об этом tā, говорит. Nu, это не наше. Tas ir tas pats, ka uzņēmējs zina, kas ir pievienotās vērtības nodoklis. Предприниматели знают, что является налогом. Kā nu sauc to? Pievienotās vērtības. Ну, как называется этот налог? Который сверху. Какой? Не. Налог государства, на которое... Дайна зин? Pievienotās vērtības. Tas ir īpašuma. Ne jau собственности, tas ir īpašuma nodokļu. Pievienotās vērtības nodoklis. Nā, vēl, iznētē. Nu, jā, PVN, bet...
Есть такой налог. Сверху цены. Ну, обвинятся, говорят, кто стасит по нодовакле? Ну, от этого не убежать. Ты возьмешь, санем, бет меня меньше диадуват. В той сумме, которую он получает, он уже внутри этот налог там, эта сумма, а потом Вичина, надо его отдать государству обратно. Как будто он на самом деле на твоем счету вместе с доходами, но ты должен отдать назад государству. Многие предприниматели входят в кушение, и они начинают использовать эти деньги, эту часть денег, и не берут... В ум, что это не его, но они должны отдать. Это искушение, да. ВВП? Налог дополнительный стоит? Я, лайкам, да, я. Я, та бус, я. Чуть-чуть по-другому, мне же кажется. Ну, я. Ладно. Арвенвац, вот это не будет, это пример, я. Это пример просто. Mums ir tāda debesu valsts, tādas noslēpumi iedot. Это какое-то таинство небесного царства. Lai mēs pieaugtu, jo Dievs ir labs un vienmēr labs. Чтобы мы могли возрастать, потому что Mūsu kungs ir labs. И всегда благ. Ja mēs gaidām no viņa dziedināšanu. Если ожидаем от него исцеления. Tad kāpēc mēs baidāmies kaut ko piepildīt, ko viņš ir teicis, ka tas ir labs? То, почему же мы боимся тогда исполнить что-то такое, о чем он говорит, что это благо для нас? Mēs baidāmies darīt to, uz ko viņš aicina. Почему боимся делать то, на что он нас призывает? Не, на то, ka baidāmies, tas būtu normāli. Kristus arī baidies no savas nāves. Боимся нормально. Каждый боится своей смерти. Un Jēzus arī baidies. Иисус также боялся. Viņš arī teica. Он также Bet говорил. Beigās viņš teica, Но в конце все равно он сказал, он взял себя в руки и сказал, нет, да будет воля твоя. Я пришел, чтобы творить Божию волю, Отца волю. Я пришел и хочу изменить свою жизнь и жить по этой книге, по заповедям. Какие предпочтения есть в тебе на такой хорошей? Есть такая грамота, которая по десятинам тесам, которая хочет кого-то знать, полосит. Истина о десятинах. Un tā vienkārši ir tādi vietas sarakstīts pēc Malahijas 3. Nodaļas, kādi labumi nāk cilvēkam, tas, kurš pienes desmito tiesu. Ir tu taki nekatrīji mīsli asnovanē na Malahiju 3, što būt, kakoja blaga imēt čelvēku. Tu neesi to cilvēku sarakstā, kuri apzvog Dievu, nu ja tu pienes desmito tiesu. Если приношу десятину, то ты не в том списке людей, которые обкрадывают Бога. Tu atbrīvo sevi no lāsta un esi svētīts. Ты освобождаешь себя от проклятия и благословлен. Tu ar prieku varēsi uzņemt vārdu, kuru sludina draudzē. Ты сможешь с радостью принимать слово, которое в церкви проповедуется. Tātad, dzirdējāt, cieši sakars ir desmitām tiesām ar vārdu, ko tu vari pieņemt vai nepieņemt. Значит, очень крепкая взаимосвязь десятине с тем словом, которое проповедуется, которое ты можешь принимать, а можешь и отвергать. Tātad vieglāk būs pieņemt tev vārdu. Значит, будет легче принимать. Ja tu pienesis desmito tiesu. Если принесешь свою десятину. Interesanti. Интересно. Tas kungs pierādīs tev, ka tu vari paļauties uz viņu. Господь докажет тебе, что ты можешь уповать на него. Tātad dodot desmito tiesu, tu ļauj Dievam pierādīt. Принося десятину, ты даешь возможность Богу доказать, jo tur ir teiks, что можно уповать на него. Jo tur ir teiks, Malahijā. Ибо в Малахии сказано. Un tad pārbaudiet mani. Так проверьте меня хотя бы в этом. Jā. Испытайте меня хотя бы в этом. Debesu logi būs tev atvērti. Небесные окна будут для тебя отворены. Tas kungs izlies pār tevi svētību. Tas ir eņģeļi darbosies tavā labā. Господь прольет на тебя благословение, то есть ангелы будут действовать во благо тебе. Kas vakar klausījās Aleksē, кто вчера слушал Алексея, он именно об этом вчера говорил. Bet eņģeļi labāk darbojas, ja ir izpildīts šis te likums. Ангелы смогут более эффективно действовать, если будет исполнен этот закон. Jo, ja mēs to nedaram, tad mēs sanākam, mēs apzogam Dievu. Если это не делаем, мы обкрадываем Бога. Tur nav nekāds sakars par tev pašu draudzi, tur ir sakars attiecībām ar Dievu. Там нету такой прямой взаимосвязи с церковью, но прямая связь отношений твои отношения с Богом.
Šī svētība būs lielāka, kā tu vari iedomāties, jo tur būs pārējojošs mērs. Это благословение будет гораздо больше, чем ты можешь себе представить, потому что там будет мера утрясённая, ну, переполненная. Tas Kungs padzīs postītāju prom no tevis. Господь этого пожирающего от тебя удалит. Tu gribi, lai postīties no tevis atstājas. Хочешь, чтобы пожирающий был удалён от тебя? Tu būsi auglīgs un tev būs pieaugums. Kuri? Desmitais. Arī ko izlaiž. Ne, tavas zemes augļi netiks sabojāti. Zemlinie plody tvoji ne būdūt isporčeni. Tu būsi auglīgs un tev būs pieaugums. Ty būdīs plodovitim i u tebia būdīt pribytok. Visādās. Nu, všakī pribytok. Visi cilvēki sauks tevi par svētību. Tie ļudi tebia būdūt nazivāt blagoslovļenim. Jā. Tava ģimene būs svētīta. Tvoja semja būdīt blagoslovļenā. Tu būsi tā kunga atceres sarakstā, atmiņā. Ty būdīš vasobam spīski, kad, kde... Vaspaminanie. Da, spīski Gospoda, vaspaminanie. On būdīt pomnīt o tebia. Tas kungs saudzēs tevi. Gospod tvoj būdīt uberigāt tebia. Tas kungs dos tev spēku saglabāt labklājību. Gospod dās tebie sīli udiržāt tvojo blagosastojanie. Tas ir no 5. Mozes grāmatas. Это 5. Моисея, 5. Моисея, kas tas ir? Kas ir 5. Моисея? Второзаконие. Второзаконие 8.18. Это оттуда. Tam kungam būs prieks par tavu labklājību. Господь будет иметь радость о твоём благосостоянии. Tas ir Psalms 35. Psalm 35:27. Tu baudīsi zemes svētību. Ты будешь вкушать земное благословение, земное благословение. Jesaja 1:19. От Jesaja 1:19. Tavā namā būs pārpilnība. В твоём доме будет избыток. Salaman pamācība 3. Priči 3:9-10. Tavas krātuves būs pārpildītas. Hranilišķi tvoji būdūt pieripolninami. Tev būs dota iespēja pasludināt savu neatkarību no pasaules ekonomiskās sistēmas. Būdīš imēt vazmožnēst pravazglasīt svoju nezavisimost at mirovoj ekonomiskās sistēmai. Tā ir 5. Mozes 26. Nodaļa 3. 5. Второзаконие 26:3-5. Amen. Amen. Ir vēl daudz cits te raksta šis mācītājs. Bet Šī ir tātad šī tāda grāmatiņa, kas ir palasa. Это только одна глава из этой книги. Прекрасная книжка. Tātad patiesība par desmito tiesu. Mēs dzīvojam pēc patiesības. Истину о десятине. Mēs atdodam arī šīs lietas. Отдаём также эти вещи. Tiksim, es nezinu, kā tu. Не знаю, как ты. Es gribētu nākamo nedēļu. Но пастор Нес хотела бы... Es gribu gatavoties šim lieldienām. Готовиться к следующей неделе. Es gribu gatavoties... Lai atcerētos šo te īpašu upuru, ko Dievs ir atnesis. Готовиться и вспомнить эту особую жертву, которую принес Иисус. Viņš man dzīvi ir izmainījis. Что он изменил мою жизнь. Un tādi svētki domāt, lai mēs atceramies, lai mēs neaizmirstu. Такие праздники для того, чтобы мы вспоминали и не забывали. Jo mēs ļoti ātri aizmirstam. Daudz ko. Люди быстро забывают. Очень многое. Nu, pat arī kaut kāds cilvēku vārds es aizmirstu. Cilvēku sejas es aizmirstu. Людские имена, людские лица. Labi, ka ir svētki. Хорошо, что есть праздники. Un es gribu gatavoties šajā nedēļā. Я хочу готовиться к этой неделе. Es gribu lūgt Dievu, lai Dievs man dod lielāku upuru. Молиться Богу, чтобы Бог дал мне в мои руки больше жертвы. Es gribu принести Dievam upuru. Я хочу принести Богу жертву. Pateicības upuru. Жертву благодарности. Es gribu viņam lūgt, lai viņš atklāja man šajā nedēļā. Молиться о том, чтобы он открыл мне в эту неделю. Kā viņš grib, ko lai es kaut kā dāru, kalpoju, atdod no sevis kaut ko? Kas ir tas, ko es vēl pieturu sev? Как служить ему? Что я спетур сел? Что я ещё оставил себе? Что ему ещё отдать? Куда не лаюш меня икша? Куда я ещё не впускаю его? Кусаешь манс байлес? Где сидит ещё мой страх? Он нас не ляю меня рикватес. И я не позволяю ему творить. Куда вета вел шис лайкс и ши пасао сеж мане? Где ещё в мне этот мир, это время? Ши пасао. Этот мир. Jo man ir jāsāk dzīvot pēc tās pasaules. Ибо я должен жить уже по тому миру. Es gatavojos mūžībai, tur ir citi likumi. Я же готовлюсь к вечности, а там другие законы. Debes valstībai citi likumi. Вечности другие законы. Pilnīgi atšķirīgi. Pilnīgi otrādi. Иные, чем земные. Kādi viņi ir? Какие они? Un cilvēks, kas šajā pasaulē dzīvojot, šajā laikā. И человек, который живет в этом миру, в этот день. Viņš sāk mēģināt dzīvot pēc debesu likumiem.
когда он начинает стараться жить по законам Небесного Царства, приходит страх. Ты должен что-то оставить. Это не так-то просто, кажется, сделать. Это борьба. Это твой крест. Kur tu karājies un tu tev sāp, tev, tu nezini, kas būs. На котором тебе больно, и ты в сомнениях мучишься, не знаешь, что будет. Un es nezinu, Kristus noteikti ticēja, ka Dievs uzcels viņu trešā dienā. Христос наверняка верил, что Отец его поднимет в третий день. Tāpēc, ka Abrahams arī ticēja par savu dēlu tā. Ибо Авраам, также верил о своем сыне, который он готовился приносить в жертву. Но когда Христос был на кресте, мы смотрели этот фильм «Страсти Христовы». Как ты думаешь? Из-за боли он мог что-то думать. Может, он хотел, чтобы все быстрее закончилось. Vienalga. Все равно. Vai atmodīšos, vai neatmodīšos, ka tik beigtos ātrāk. Проснусь, не проснусь, чтобы быстрее закончилось эти муки. Mums reizēm ar tāpat ir. И, vai kaut ko atstāt. И у нас также Mēs nonākam может быть иногда, чтобы что-то оставить. Мы в таких муках. Bet mums jāsaka tieši tāpat, ka Dievs, tieši tāpat, kā Kristus teica. Должны сказать так же, как сказал Христос. Es atnācu darīt tavu prātu. Я пришел, чтобы исполнить волю твою, Отец. Tu esi atnācis uz šo zemi, nevis vienkārši tāpat dzīvot, tu esi atnācis īpaši viņa grib piepildīt. Каждый из нас пришел на эту землю не просто, чтобы жизнь прожить для себя, а чтобы исполнить волю Отца. Es tur nevajag atpakaļ vēlreiz pārlasīju vietu, kur ir teikts par to, ka Dievs paņem neko. Бог берет то, что является ничем в миру, он дар par kaut ko lielu, и делает чем-то большим, дабы опозорить, domā, ka viņi ir lieli. Которые думают, что они являются правителями мира. Tāpēc Dievs mūs sameklēs kaut kur mūsu dzīves, kaut kādās jomās, lietās. Viņš klauvē visu laiku. Tu esi mans dārgums. Tu esi mans pērle, tu esi mana. Стучит к нам и говорит. Tu esi mana pērle. Ты Es gribu glābt tautas caur tevi. Драгоценны для меня, и я хочу через тебя спасать народы. Ir kaut kāds jomas mūsu dzīves, kur citi nevar izdarīt to, ko mēs varam. Есть наша каждая жизнь особенная, и каждый мы имеем какую-то сферу жизни, в которых другие люди не могут сделать то, что и можем мы. Bet mēs nekad to nevaram iet, ja mēs nepasakam, ņem man. Kas svēt un tīkam upur, ņem man dzīvi. Но мы не сможем туда войти, если мы не оставим, не скажем Богу, возьми жизнь мою, как благоугодную жертву. Tāpēc šajā svētdienā es tev vēlreiz gribu teikt. Потому в это воскресенье хочу тебе сказать еще раз. Sagatavo vēlreiz sev kā upuri. Sagatavo šai svētdienā. Приготов līdz nākamajai svētdienai gatavo sevi kā upuri. Приготовь себя как благоугодную жертву. Un tu tikpat tuvu runāsies ar Dievu kā Kristus. И ты так же близко будешь говорить с Отцом, как Христос. Viņš runās ar tevi. Он будет говорить с тобой. Viņš mācīs tevi. Он будет учить тебя. Viņš vedīs tevi. Он будет вести тебя. Viņš palīdzēs tev novilkt veco cilvēku kaut kādā dzīves jomā un uzvilkt jaunu. Он поможет тебе снять ветхого человека и одеть нового. Tev būs jaunas lietas. Возьмешь новую храбрость. Bet mums ir kaut kas, jāgrib atstāt. Tas tā kā man savā dzīvoklī jāgrib izmest kaut ko laukā un nomainīt kaut ko. Должны захотеть оставить старое. Так же, как в миру. Выбросить старое, чтобы новое пришло. Чтобы новое пришло. Un tu esi šī visa jaunā, arī uz šīs zemes, šai valstī, šai pilsētā. Tu esi šī jaunā veidotājs. И ты творитель всего нового на этой земле, в этом государстве. Saprot? В этой стране, понимаешь? Jā. Tu esi īpašs savā ģimenē, savā dzimtā. Ты особенный в своей семье, в своей, в своем роду. Tās ir īpašas lietas. Это особые вещи. Аллилуйя, слава тебе, как сороба, сида, бака, шида, баси, тира, баси. Соран, дараба, диди, ди, яло, робо, ко, сида, баша, сата, я, баси, ти. Сиран, дараба, диди, яло, робо, сада, бака, шата, баси, ти, да, баси, ти.
Kungs, mēs Tev lūdzam, Jēzus vārdā. Sodabaka shida basiti de da basitiya. Sodabaka shada da 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 basada baka sataya. Ola basira da badia loroboko seranda da basida baka shida basitiya. Pieņem, mūs, ka upur, ka svētu, ka dievam tīkam upuro basada basitiya. Sodabaka shida basitiya la basitiya. Mēs gribam atstāt. Mēs gribam kaut ko atstāt savā dzīvē. Mēs хотим что-то оставить в своей жизни. Sodabaka shida basitiya baka sada basa Tev pateicos Dievs. Ka Tu mums nepieprasi visu uzreiz atstāt. Ka Tu mūs ved no spožuma uz spožumu, ka Tu mūs ved pa šīm kāpnēm. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, kungs, šodien šeit. Mēs Tev pateicamies par šo patiesības garu, kas dzīvo mūsos. Šo patiesības garu, kas ir atmodinājis mūsu sirdsapziņu. Lai tā vēl vairāk atmožas. Lai šī sirdsapziņa atmožas. Lai tā atdzīvojas vēl vairāk, ko robosanabākās ir dīt. Lai mūsos atnāk šī drosme sekot. Пришла Святая смелость. Святая скажет, до дросьми сакуват. Дай смелость, до дросьми сакуват. Следовать. До дросьми зедуват. До дросьми дешевостеяся спенес. Приноси десятины. До чё дросьми. Раба сида бака шития лоробоси. И дерзание. Сора бака сада да да басатая. Сиранда раба сида бака шисити лоробоси. Сиранда раба дия лоробоко сада баша сатая. Халлелуя, халлелуя. 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 Atcerieties vēl ebreju 13. Nodaļu. Jevrejiem 13. Glava. Tā ir nodaļa, ko mums šogad Dievs ir devis. Это место писания, которое дано на этот год. Mūsu draudzēji. Для нашей церкви. Jevrejiem 13. 12. un 13. Nodaļa. 12. и 13. Главы. Bet tur ir ļoti labi teikts 13. Nodaļa, 21. Pantā ir ļoti labi pateikts. 13 главе. Погоди. Дюдзис панц. Евреям 13, 20 стих. Bet miera Dievs, kas ar mūžīgās derības asinību uzvedis augšā no mirušiem lielo avjogānu mūsu kungu Jēzu, lai stiprinātu mūs visā labajā, tā, ka jūs piepildātu viņa gribu, lai jūsos piepildi to, kas viņam ir tīkams ar Jēzu Kristu, kam gods mūžu mūžos. Amēn. Božu mīra, vazdvīkši iz mērtvīh pastarā avēc velikavu krovju zavieta večnava, Gospoda нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя у вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Он будет нас укреплять так, чтобы мы смогли Его волю исполнить. Lai mūsos piepildītos tas, чтобы в нас смогло исполниться то, kas viņam ir tīkams, что благоугодно ему. Bet tas notiek caur Jēzu Kristu. Но это происходит через Иисуса Христа. Tad, kad mēs sekojam, тогда, когда мы следуем, tad, kad mēs gribam būt kā viņš, когда хотим быть как он, kad mēs atstājam savu dzīvi, когда оставляем своей жизни, kad mēs nebīstamies, когда не боимся, tad tas notiek. Тогда это происходит. Господь, мы Тебе поклоняемся. Господь, благодарим Тебя за эту жертву. Мы Тебе поклоняемся за Иисуса Христа. Мы Тебе поклоняемся. Благодарим Тебя. Мы Тебе поклоняемся, Господь, что Ты умерз за нас. Господь, за то, что Ты умер за нас. Мы Тебе поклоняемся, когда Ты шёл сведения на девять отпакал в Иерусалим. Спасибо за то, что это воскресенье Ты вернулся назад в Иерусалим. И Ты знал, что Тебя распнут. Ты знал, что Тебя ожидает. Tu zināji, ka tur tevi sagaida tavi nāvs nesēji. Что там тебя ожидают твои, те, которые принесут тебе смерть. Tu zināji to, kungs. Ты все это знал, Господь. Tomēr tu gāji atpakaļ. Но ты пошел назад, ты вернулся. Tu teici, ka es esmu atnācis darīt tēva gribu. И ты сказал, что ты пришел, чтобы исполнить волю Отца.
Mēs tev, kungs, šodien lūdzam, palīdz mums piepildīt tēva gribu. Господь, мы молимся к тебе, помоги нам исполнить волю Отца. Lai tieši tā, kā mēs pat lasējām. Чтобы именно так, как мы сейчас читали. Lai tavs gars mums palīdz. Чтобы дух твой помог нам. Tavs palīdz, savu svēto garu palīdz. Отец, помоги нам через свой святой дух. Исполнить твою волю. Caur Jēzu Kristu. Через Иисуса Христа. Piepildīt šo gribu. Исполнить эту волю. Piepildīt tavu gribu. Caur Jēzus Kristus miesu. Исполнить твою волю через плоть Иисуса Христа. Piepildīt tavu gribu draudzē. Исполнить твою волю в церкви. Tāpēc, ka draudze ir Kristus miesa. Ибо церковь является телом Христовым. Draudze ir Kristus miesa. Церковь является телом Христовым. Kungs, palīdzi mums piepildīt. Господь, помоги нам исполнить. Palīdzi mums atrast tās vietas, kurās mēs kalpot varam. Помоги нам найти те места, в которых служить нам. Palīdzi mums atdalīt savu laiku vairāk nekā kādreiz. Помоги нам отделить более время, чем прежде. Palīdzi mums nebaidīties atdot savu dzīvi tev. Помоги нам не впадать в испуг, отдавать свою жизнь тебе. Lai šīs pasaules laiks un bailes neieiet mūsos un nevada mūs. Чтобы страх мирской не вошел в нас. Lai šī steiga. Чтобы это суета-сует. Bailes no ekonomiskām grūtībām. Опасения от экономических проблем. Lai tās mūs neievelk sevī. Чтобы они не смогли втянуть. Lai mēs, kungs, paliekam brīvi Jēzū Kristu. Чтобы мы смогли остаться Svētajā garā. Свободными в Иисусе Христе. Piepildīt tēva gribu. Свободными piepildīt в Святом tēva Духе. Исполнить волю tēva Отца. Gribu. Un pienest viņam sevi kā dzīvu un tīkamu upuri. И принести себя ему благоугодной жертве. Kalpot, как благоугодную жертву. Kalpot, kungs, tiem, kam vajag mūsu palīdzību. Служить тем, которые нуждаются в нашей помощи. Некурнет par to. Не роптать об этом. Некурнет, tad, kad esam noguruši. Не роптать, что мы устали. Kungs, lai tajos brīžos mums svētais gars dod līksmību par padarītu darbu. Господь, просим, дай в этот миг, когда мы уставшие, радость Божию о сотворенной работе. Pat, ja mēs esam tik paguruši, kā Kristus krustā. Даже если мы устали бы смертельно, как Христос на кресте. Viņš teica, он сказал, все исполнено. Piepildīts. Все исполнено. Un tajā brīdī, kad ir piepildīts, и в тот момент, когда все исполнено, ты в руках Отца. Jo tu esi piepildījis tēva gribu. Ибо ты исполнил. Tu esi tēva rokās. Волю Отца. Mēs Tev pateicamies, в Его руках. Мы благодарим Тебя. Mēs Tev pateicamies, Jēzu, ka caur Tevi. Благодарим Тебя, Иисус, Tev что piepildus через Тебя. Uz šīs zemes savu gribu. Отец исполняет волю Свою на этой земле. Un mēs esam Tevs Tavās rokās. Мы Отец в Твоих руках. Paldies Tev, Tevs, ka es varu būt Tavās rokās. Спасибо, Отец, за то, что мог быть в Твоих Paldies, руках. Paldies, ka эндели man саргат. Спасибо, что ангелы за мной следуют. Palīdz man, Svētais Gars, piepildīt Tavu gribu visos upuros. Помоги мне, Святой Дух, исполнить Твою волю во всех жертвах. Palīdz man, Svētais Gars, sadzirdēt šo upuru lielumu. Помоги мне услышать величину этой жертвы. Lai es patiešām pateiktos par to, ko Tu esi darījis. Чтобы я на самом деле смог благодарить Тебя о том, что Ты сотворил. Чтобы эта благодарность была настоящей. Palīdz man būt uzticamam desmitās tiesās. Помоги мне остаться верным в десятинах. Lai aizietu visas bailes, Jēzus. Чтобы ушел всякий страх во имя Иисуса Христа. Paldies Tev, kungs, ka mums nav jāiznes tādas mokas un tāda nāve, kā tu pienesi. Спасибо, Иисус, что мы не должны испытывать такие муки и в такую смерть войти, как Ты. Paldies Tev, kungs, ka mēs šodien skatāmies tukšā krustā. Спасибо, что крест пуст. Paldies, ka šis krusts ir tukšs, un Tu esi augšām cēlies. Ибо Ты восстал из мертвых. Tavs gars ir mūsos. Твой дух в нас. Un lai šī pasaule ierauga Tevi, kungs, mūsos. И пусть этот мир увидит Тебя в нас. Kungs, ka mēs spējam nest Tavu labo vēstu. Чтобы мы смогли нести эту добрую весть. Kungs, ka mēs varam cilvēkus ievest dzīvībā. Чтобы мы были в состоянии вести народ в жизнь. Ka mēs, kungs, varam ar Tavu autoritātu un gudrību un spēku. Чтобы Твоей силой, авторитетом и властью. Mēs varam pasludināt šo debesu valsti. Провозгласить это царство небесное. Kas tik tuvu cilvēkiem pienāk. Которое так близко к людям. Kungs, ka mēs varam. Чтобы мы смогли. No nāves iet dzīvība. Из смерти войти в жизнь.
ka mēs varam mirstot nenomirt. Чтобы умирая смогли не умереть. Mēs Tev pateicamies par šiem noslēpumiem. Благодарим Тебя за эти таинства. Mēs Tev pateicamies par šiem noslēpumiem. За эти таинства Божии. Svētais Gars sagatavo mūsu sirdi svētdienai. Святой Дух, приготовь наши сердца. Lai mūsu dzīvēs notiek izmaiņas. Чтобы были изменения в наших жизнях. Lai šīs lielās dienas. Чтобы эти большие дни. Ir lielas priekš mums. Чтобы эти пасхальные дни были великие для нас. Lielas. Великие для нас. Lielas izmaiņas, lai atnāk. Чтобы пришли великие перемены. Lielas izmaiņas. Великие перемены. Lai mēs nepaliekam tādi, kā bijām šodien, чтобы kā vakar. Чтобы мы не остались прежними. Lai katra diena. Чтобы каждый день. Atnes jaunu gudrību. Принёс новую мудрость. Jaunu patiesību. Новую истину. Jaunas izmaiņas. Новые изменения. Jaunus lēmumus izmainīties. Новые решения. Mainīt savu raksturu, mainīt savus paradumus. Решение изменить свой характер. Ieiet drosmē. Войти в храбрость. Ieiet drosmē. Храбрость. Mēs Tev lūdzam, Kungs, Jēzus. Мы молим Тебя во имя Иисуса. Сараба, касида, баши, ситило, робо, сараба, сити. Халелуя, слава Тебе. Я сейчас видел, как палот славы. Спасибо тебе, Иисус, за все. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя. За жертву Твою. Портову пури. За кровь Твою. Портову масляным. За крест. Пор крусту. Благодарим. Потенциями с Тебя. Халилюя, халилюя, Инесса сейчас затронула Мать, это Инесс, ну, потас пескарас. Самую важную вещь. Паш сварига колету. Которая у нас, как верующих. Kura ka mums kā ticīgajiem должны быть на сердце. Я буду которому сердце. Это тема спасения. Šī ir tēma par glābšanos. И мы приходим в церковь. Mēs nākam uz draudzi. Чтобы найти это спасение. Lai atrastu šo glābšanu. Чтобы найти этот рай. Lai atrastu paradīzi. И если ты ищешь спасение в другом месте. Un ja tu meklē glābšanu citā vietā. Если ты говоришь, что здесь в церкви. Un ja tu runā, ka šeit, draudzē, нет рая. Nav paradīzes. Ты его нигде не найдёшь. Tu nekur to neatradīsi. Если ты будешь искать его на стороне. Ja tu to meklēsi kaut kur citur, pasaulē. Tu neatradīsi. И может быть кто-то приходит в церковь. Varbūt kāds atnāk uz draudzi. Зачем ты ины? Pēc kaut kā cita. Не за спасение. Ne pēc glābšanas. За какой-то грязью. Bet pēc kaut kāda netīrības. Её здесь нет. Šeit viņas nav. Если хочешь искать какую-то грязь. Я велес atrast kaut kādu netīrību. Что-то другое. Nešķīstumu, kaut ko citu. Ищи в другом месте. Meklē citur. Твоя грязь, которая у тебя внутри. Tava nešķīstība, kas tev ir iekšienē. Она здесь обнаружится. Tu to, šeit viņi tiks parādīt, viņi atklāsies. В церкви очень тяжело утаить. Draudzē ir ļoti grūti kaut ko noslēpt. То, что у тебя внутри. To, kas tev iekšienē. С приходом Иисуса Христа. Ar Jēzus Kristus atnākšanu. Всякий бес обнаружен. Jebkāds ļaunais gars tiek atklāts. Всякий грех обнаружен. Jebkāds grēks tiek atklāts. Вспомните. Atcerieties. Evangeliju. Там, где появлялся Иисус Христос. Tā vieta, kur parādījās Jēzus Kristus. Бесы проявляли себя. Ļaunie dēmoni tūlīt parādījās. Nodevis sevi. И здесь как раз то место. Un šeit tieši tā vieta. Где можно найти Иисуса Христа. Kurā var atrast Jēzu Kristu. Найти покаяние. Atrast savu glābšanu. Увидеть в себе грех. Ieraudzīt savu grēku. Priklanīca. Noliek savus ceļus, Jēzus priekšā. Paprasīt prašķēņu. Palūkt piedošanu. Prašķēti. Piedodiet. I prašķēnī būdīt. Un jums taps piedots. Ja haču, štobu atkrīt Bībliju. Es vēlos, lai jūs atvērts uz Bībeles. Matvija 16. Glavā. Matvija evaņģēlijas 16. Nodaļa. Paslīdnī stīk, 28. stīk. 27-28, давайте прочитаем.
Matei, evaņģēli 16:27. Matei, evaņģēli 16:27. Ибо придет Сын Человеческий. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Такая глубина. Jo cilvēka dēls nāks savu tēvā godībā ar saviem eņģeļiem, un tad viņš ik katram atmaksās pēc viņa darbiem. Каждому воздаст по делам его. Katram pēc viņa darbiem taps atmaksāts. Matfeja 3. Глава. Mateja 3. Nodaļā. Говорит, что там ir teikts. Дух Святой. Ka Svētais Gars. Говорит: "Принесите достойный плод покаяния". Runā: "Pienesiet pienācīgu atgriešanas upuri, pienācīgas atgriešanās augļus". Вы знаете, Иуда, который предал Иисуса, tas Jūda, kurš nodeva Jēzu, тоже раскаялся. Arī nožēloja savus grēkus. Тоже пришёл. Arī atnāca. Принёс эти 30 серебряников. Atnes šos 30 sudraba gabalus. Сказал: "Я совершил". Un teica: "Нечто такое". Es esmu izdarījis kaut ko tādu, что не сообразуется. Kas nav saprotams. С тем учением, которое я получал от Иисуса. Un neiet kopā ar to mācību, ko es saņēmu no Jēzus. Но первосвященники не взяли. Bet šie priesteri nepieņēma atpakaļ šo naudu. 30 serebrenikov. 30 naudas gabals nepaņēma atpakaļ. Viņš aizgāja un pakārās. Piotr. Pēters. Который трижды. Tas, kurš trīs reizes atrekся от Иисуса. Atteicās no Jēzus. Но что он сделал потом? Bet ko viņš izdarīja pēc tam? На православных иконах. Uz pareizticīgo šīm ikonām. Картина Петра с такими бороздками. Tur ir attēlots Pēteris ar tādam tā kā asaru pēdām uz vaigiem. Бороздками от слёз. Jā. И в конце своей жизни. Un Pēters dzīves galā. Он сказал: "Я недостоин, чтобы меня распяли, как Иисуса". Viņš teica tā pirms savas nāves: "Es neesmu cienīgs, ka es mirstu tāpat kā Kristus". Его распяли. Un viņš piesit krustā otrādi ar galvu uz leju. И когда в этом стихе, который мы читали, говорится, un šai pantā, ko mēs lasījām, что Иисус придет во славе Отца, ka Jēzus atnāks savu tēvu godībā, и воздаст каждому, un katram tiks atmaksāts, по делам, pēc viņa darbiem, наша вера и дел, mūsu ticība, наше спасение, ir ar darbiem, mūsu, jā, mūsu glābšana arī ir darbs, что мы делаем, ko mēs darām, что мы творим, ko mēs šodien darām un veicam. Когда приходил Дух Святой. Tad, kad atnāca Svētais Gars. Он всегда творит что-то новое. Viņš vienmēr dar kaut ko jaunu. Бесы этого делать не могут. Ļaunie gari to nespēja. Бесы только разрушают. Ļaunie gari tikai sagrauj. На основании, которым построил Бог. На основании. Uz tiem pamatiem, ko uzcēla Dievs. Знаешь, гордому человеку. Lepnam cilvēkam. Трудно покаяться. Ir ļoti grūti nožēlot savus grēkus. Я увидел два вида гордости. Un es esmu redzējis divus lepnumu veidus. Svētajos rakstos. Есть гордость очей. Ir acu lepnums. Есть гордость сердца. Ir sirds lepnums. Знаешь, с гордостью сердца. Ar sirds lepnumu. Бог ещё может разобраться. Dievs vēl kaut kā spēj tik galā. С возрастом. Ar pieaugot ar vecumu, ar gadiem, ar laiku. Может быть, какая-то юная девушка. Varbūt kāda jauna meitene. Считает сердце своём. Uzskat savu sirdi.
что она самая красивая. Ka viņa pati skaistākā. Просто приведу пример. Tas tāds piemērs vienkārši. Но с течением времени. Bet taču ar laiku, gadiem ritot. Когда она уже прошла по рукам. Tad, kad pasaulē viņa jau ir piederējusi nevienam vien. Когда красота ушла. Kad skaistums jau ir novītis. Когда поблекли волосы. Un mati vairs nav tik skaisti. Выпали зубы. Jau trūkst zobi. Un tā tālāk. Эта гордость куда девалась? Kur palika šis lepnums? Знаете, но есть гордость очей. Bet ziniet, ir kaut kas sliktāks, acu lepnums. Kad tu uz visu skaties. Своим взглядом. Ar savu skatienu. У тебя свой взгляд на церковь. Tev ir savs skatiens uz draudze. У тебя свой взгляд на покаяние. Tev savs skatiens uz grēku nožēlu, uz krustu. У тебя на всё свой взгляд. Uz visu tev ir savs skatiens. Свой взгляд даже сейчас на мои слова. Pat uz šiem vārdiem, kas tagad tiek teikt. Слова, которые сейчас говорила Инесса. Pat uz tiem vārdiem, ko Inesa nu pat sludināja. Даже свой взгляд на воскресение Иисуса Христа. Pat savs skatiens un savs domas par Kristus augšāmcelšanos. Может Бог явить чудо и на это. Varbūt, ka Dievs var izdarīt arī brīnumu par šo, lai kaut kas izmainītos tavā saprātā. Знаешь, смотри. Bet zini, skaties uzmanīgi. На всё. Глазами Иисуса Христа. Ar Jēzus Kristus skatu, ar Jēzus Kristus acīm. Разрушь всякие сомнения. Sagrauj jebkādas šaubas sevī. Сомневающийся. Tas, kurš šaubas. Он подобен волне. Viņš ir līdzīgs jūras vilnim. Которая прибивает тебя сегодня. Kur tiek piedzīt pie krasta. Но потом ты отходишь дальше от берега. Un atkal šis vilnis iet atpakaļ un atkal pret krastu. И ты болтаешься вот так вот всю жизнь. Un tu visu savu mūžu tāpatās vari vienkārši šūpoties kā vilnis tur pat pakaļ. И неважно. Un nav svarīgi. Новообращённый. Tu esi tikko atgriezies. Или ты 10 лет ходишь в церковь. Vai tu 10 gadus ej draudzē. Неважно. Nav svarīgi. Бог воздаст каждому по делам. Dievs katram tiks atdarīts pēc viņa darbiem. Katram atmaksās pēc viņa darbiem. Я ещё тут смотрел, как мы прощаем ближнего своего. Kā mēs piedodam saviem tuvākajiem. Сколько Бог прощает нас. Tieši tāpatās Dievs piedod mums. Самый короткий путь, наверное, к спасению. Visīsākais ceļš pie glābšanos. Это помните. Atcerieties. Не судите. Netiesājiet. Не судите. Netiesājiet. И не будем судимы. Un jūs netiesās. Мы же каждый день кого-то судим. Mēs taču katru dienu kāds tiesājam. Каждый день katru судим. Dienu kādu mēs Даже, tiesājam. Даже, может, не словами, но в мыслях. Varbūt ne vārdos, bet domās. И мы уже вместо Иисуса сидим на престоле. Un mēs jau sevi esam iecēluši Jēzus vietā, uz troņa. И мы уже все расставили. Un mēs jau visu esam salikuši par vietām. И в семье. Gan ģimenē. И в церкви. Gan draudzē. И вокруг в мире. Un apkārt pasaulē. Не судите. Netiesājiet. И не судимы будете. Un jūs netiesās. Мало того, что здесь. Ne tikai šeit. И там Господь, наверное. Bet arī droši vien debesīs. Я не знаю, Dievs. Как оно будет. Nezinu, kā tas notiks. Это только Богу известно. Tas tikai Dievam ir zināms. Но если мы перестанем судить. Bet ja mēs beigsim tiesāt citu. Мы перестанем вмешиваться. Ja mēs pārtrauksim iejaukties. Jēzus Kristus lietās. Amen. Ko viņš dara? Amen. Amen. Skažite amen. Teiksim amen. Amen. И сегодня как раз тот день, как говорит Инесса. Un šodien ir tieši tā diena, kā Inesa teica. Что у нас есть. Ka mums ir iespēja. Приготовить путь Господу. Sagatavot Dievam ceļu. Эта неделя, которая предстоит. Šī nedēļa nākamā. Эта неделя. Šī nedēļa. В которой мы можем что-то. Kurā mēs kaut ko varam pārdomāt savas dzīves. Что у нас ещё осталось в сердце? Kas mūsu sirdīs vēl ir atlicis tāds? На что мы смотрим своими глазами? Caur ko mēs skatāmies ar savām acīm, tā kā no augšienas. Неугодно в глазах Иисуса Христа. Bet tas, kas nav tīkams Jēzum. Padomājiet. Это как раз та неделя. Šodien, šonedēļ, nākamā nedēļa ir tieši tā nedēļa. И мы на Пасху, в следующее воскресенье. Kad uz lieldienām, nākamo svētdienu. Воскреснем. Mēs piecelsimies. Piecelsimies no miroņiem kopā ar Jēzu Kristu. Давайте эту неделю проведём в молитве. Lūksim visu šo nākamo nedēļu. В рассуждении. Nekādos nosodījumos. Что ещё нам надо оставить? Kas mums vēl jāatstāj? Чтобы войти в это новое. Lai ieiet visā šajā jaunajā.
Христос воскрес. Христос augšām cēlās. Чтобы нам дать что-то новое. Lai dot mums kaut ko jaunu. Я хотел бы сейчас вместе с вами. Un es tagad vēlētos kopā ar jums. Произнести эту молитву покаяния. Vēlreiz veikt šo grēku nožēlas lūkšanu. Нет такого человека, который не грешит. Nav neviena cilvēka, kurš negrēko. Не говорите, что вы святые. Un nesakiet neviens uz sevi, ka jūs esat svēts. Каждый из нас. Katrs no mums. Немало согрешает. Nemaz dar grēkus, diezgan daudz. И то, что говорит Библия. То, ko saka Bībele. Что милость его обновляется каждое утро. Ka viņa žēlstība atjaunojas katru rītu. Это не позволяет нам. Tas neļauj. Делать какие-то вещи. Darīt kaut kādas lietas. И просить прощения. Un pēc tam lūk piedošanu. На Пасху только. Uz Lieldienām. Только на Пасху. Tikai uz Lieldienām. Просите прощения каждое утро. Lūdziet piedošanu katru dienu. Если вы что-то увидели. Ja jūs kaut ko esat redzējuši. Своей внутренности. Sevi iekšienē savā. Что-то неправильно. Kaut ko nepareizu, nešķīstu. Просите прощения. Lūdziet piedošanu Dievam par to. Давайте поднимемся, дорогие. Piecelsimies, lūdzu, kājās visi. Давайте поднимемся. Лучше пецелсимес вис кайас те. Сейчас может для кого-то. Varbūt kādam pat reiz. Откроется. Atvērsies. Какая-то тайна в сердце. Kaut kāds noslēpums sirdī. Сейчас может для кого-то. Varbūt kādam šobrīd. Откроется какая-то истина. Atvērsies kaut kāda patiesība. Которую раньше не знал. Kur tu kādreiz nezināji. Пускай. Lai. В это мгновение. Šajā brīdī. Бог откроет духом своим святым. Dievs ar savu svēto garu tev atver. Каждому из вас. Katram no jums. Что еще неправильно? Kas vēl ir netaisni На что мы неправильно смотрим? Kā mēs netaisni skatāmies uz kaut ko? О чем мы неправильно думаем? Par ko mēs nepareizi domājam? О ком мы судим? Ko mēs tiesājam? Кого не прощаем? Kam nepiedodam? Кого не любим? Kur nemīlam? Кого ненавидим? Kur neieredzam? И мы сейчас давайте вместе произнесем. Un šod tagad kopā teiksim. Дорогой Господь. Dārgais Kungs. Мы просим тебя. Mēs tev lūdzam. Прости всякий наш грех. Piedod mums katru mūsu grēku. Во имя Иисуса Христа. Jēzus Kristus vārdā. Мы верим. Mēs ticam. Что ты умер. Ka tu esi nomiris. Лично за меня. Personīgi par mani. И воскрес. Un augšām cēlies. На третий день. Trešajā dienā. Ради моего оправдания. Lai man attaisnot. Я верю. Es ticu. Что ты умер лично за меня. Ka tu esi personīgi miris par mani. И прошу тебя. Un es tev lūdzu. Великий Бог. Lielais un varenais Dievs. Запиши мое имя. Lūdzu ierakst manu vārdu. В книге жизни. Dzīvības grāmatā. Разрушь всякое проклятие. Sagrauj lūdzu katru lāstu. Разрушь непрощение. Sagrauj katru nepiedošanu. Убери грех. Novāc katru grēku. Из моей жизни. No manas dzīves. Из моей семьи. No manas ģimenes. Из моего служения. No manas kalpošanas. Из моих мыслей. No manām domām. Из моих глаз. No manām acīm. Из моего сердца. No manas sirds. И я славлю тебя, великий Бог. Un es tev godinu. И прошу тебя. Пусть воля твоя, Отец, lai tava gribu Tēvs notiek. В моей жизни. Manā dzīvē. Спасибо тебе за все. Paldies tev, Jēzus. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Благодарим тебя, великий Бог. Pateicamies tev, lielais un varenais Dievs. Слава тебе и хвала, Отец. Это сейчас то время. Слава тебе, Отец. То время, когда вознести руки и попросить Господа. Kad tu var pacelt savus rokas pret debesīm. Во имя Иисуса Христа. Pacelt savus rokas. Прости нас un sakiet, Tēvs, lūdzu, piedod mums par visu. Atlaid mums katru grēku. Ibo ty Bog любящий. Dievs, tu esi mīlošs Dievs. Tu esi Dievs, kurš piedod. Только через великого ходатая. Tikai caur mūsu aizstāvi, Jēzus Kristu. Мы имеем доступ к небесам. Mums ir pieeja pie debesīm. Мы имеем доступ. Mums ir pieeja. К открытым дверям. Pie atvērtām durvīm. Возле которых стоит Иисус. Pie kurām stāv Jēzus. И говорит. Un saka. Все стою и свечу. Šeit es stāvu un klauvēju. Давайте ему отворим. Atvērsim viņam. Halleluja, halleluja. Blesti gidara bašara bagidara basoda gadaralei. Rebasada gadara bašoda bagidara basada gadaralei. Мы отворяем тебе свои двери. Мы отворяем свои двери. Мы отворяем двери своих сердец. Мы отворяем свои сердца дуры. Я открываю для тебя, Господь. Мы отворяем тебе все дороги. Чтобы ты вошел. По своему пути. По своему цели. Не по моему цели. Чтобы ты вошел. Не по мусою. В нашу жизнь. Чтобы ты вошел. Я мыл. Он мыл. Очистил. Освятил.
Svētī. Все проклятое. Visu nolādēto. Все то, что не угодно. Visu to, kas tev ir nešķīst. Все то, что считается мерзостью. Visu, kas tev ir nešķīst. В твоих глазах. Tavās acīs. Чтобы ты посрамил все гордое. Lai tu likt negodā visu Чтобы to, kas lepns. Чтобы посрамил все надменное. Lai visu to, kas iedomīgs. И дал нам смиренное сердце. Un dot mums pazemīgs сердце sirds. Любящее. Sirds, kur spējīgs mīlēt. Сердце благословляющее. Sirds, kur spējīgs svētīt. Сердце прощающее. Sirds, kur spējīgs piedot. Сердце, которое есть у тебя. Сердце, которое тебе есть. Преобрази в нас свой образ. Лучше парведу муж под свой тел. Дай нам быть похожим на тебя. Дод мумс вот лидзигем тел. Дай нам сегодня больше любви. Дод мумс вайрах милости. Друг к другу. Цита пред циту. Дай нам сегодня больше мудрости. Дод мумс шоден вайрах гудрич. Чтобы нам нести этот крест. Лай нест мумс шо крусту. И подойти к твоему прощению. Он пеет, потому что пеет ошо. С чистотой сердца. Все ошо сирды. С чистотой разума. Ar tīru sirdi, tīru saprātu, ar tīrām, ar tīru skatiem. Slava tebe, chvala. Slava tev un visu pateicību, Jēzus Kristu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Slava Kungam. Slava Kungam. Halleluja. Dargie mēs. Dargie. I mēs. Mēs. Živjom. Šodien dzīvojam. Существujam. Eksistējam. Vierim. Ticim. Živim. Esam dzīvi. Pateicoties upurim. Pateicoties Jēzus Kristus upurim. Pateicoties šim upurim. Ja būtu gavarīt za sebā. Viečeslavs teiks tagad pats par sevi personīgi. Pateicoties šim upurim. Es tagad esmu dzīvs. Pateicoties šim upurim. Es skatos. Uz savu bērna prieku. У нас сейчас в Украине будет Mums Ukrainā būs. Молитва 18 мая. 17. Мая копий лукшен. И мне вчера звонила моя дочь. Un vakar viņam zvanīja viņa meita no Ukrainas. Она говорит, я буду танцевать. Un viņa teica, ka viņa tur dejos. Tai stadionā, kur notiks šī lukšen. Я буду поклоняться Господу. Un pielūkšu to kungu. Вы знаете, я просто у меня слеза была. Un Vjačeslavam acīs asaras parādījās no laimes. Я не могу присутствовать на этом стадионе. Viņš tur nevar būt kopā ar meitu šajā stadionā. Bet viņš zina, ka viņa miesa, daļa no viņa miesas būs tur. Un tā, tas tieši tā ir laime. Tas ir pateicoties šim upurim. Ja ne Jēzus. Es nestāvētu šeit jūs priekšā. Man nebūtu nekāda vārda spēka. Es nebūtu dzīvs. Что? Черви съели меня. Дрожь вен я был тар пепедуши. Благодаря Иисусу Христу. Бе тикай патецотес Иезум Христу. Благодаря его жертве. Тикай патецотес виню упорим. Мы сейчас здесь с вами общаемся. Мы шобрид варам ар юмс коммуницет. И получаем доступ. Он варам пиет пе тэв годибс троня. К самому престолу благодати. Я, пе тэв годибс троня. Благодаря жертве. Патецотес упорим. Я призываю сейчас. Эс юс айцин шобрид. Тоже к жертве. Upurēt. Я хочу тоже отблагодарить Бога. Es arī vēlos pateikties Dievam. Давайте достанем нашу жертву. Paņemsim mūsu upurus.